Вы смотрите топ-10 ФОМБЭ чемпионата России Суперлига. Все моменты с приставкой «Супер». 22-й выпуск. Поехали! Открывает нашу подборку защитник Химок Федор Ключников. Его чутье и скорость реакции просто поражают. Великолепно сыграл на перехвате, убежал в отрыв и макнул сверху. На 9-м месте впечатляющая оборона химчан. Эльхан Ахмедов идет в проход, но путь ему преграждают сразу два защитника Химок. Как итог, зверский блокшот от Артема Вострикова. На 8-м месте снова Химки, и на этот раз Даниил Зиборов демонстрирует, как нужно врываться в краску. Его злейший данк в проходе вызывает восхищение и ужас одновременно. 7-е место. Андрей Десятников стоит стеной под кольцом и хладнокровно отражает броски соперников. Кажется, Кирилл Попов немного переоценил свои возможности. 6-е место. Теперь мы знаем, чьей игрой вдохновлялся Шей Гилджис-Александр. Ну, конечно, игрой Даниила Аксенова из «Динамо». Сумасшедшая остановка. Андрей Рогозенко улетает в дальние края, Даниил заваливает 3 со степбэка. 5-е место. Павел Земский продолжает удивлять нас своими данками. Зацените, какой путбэк он исполнил в матче с Химками. Осторожно, берегите голову. 4-е место. Андрей Десятников великолепен не только в защите, но и в нападении. Тем более с такими ассистентами, как Владимир Пичкуров. Шикарная люб от баскетболистов «Динамо». На 3-м месте красота от университета игры. Алексей Карпека делает великолепную скидку, не глядя на Артема Писарчука, и тот вколачивает сверху двумя руками. Безупречное взаимодействие и эффектное завершение. 2-е место. Посмотрите, как Егор Рыжов прорывается через защиту Химок и мощно заносит сверху. Высокий прыжок, скорость и мощь делают его настоящим зверем на площадке. Ну и, наконец, 1-е место. Этот момент точно стоит внимания и признания. Александр Семенюк рывается к кольцу по лицевой и жестко вколачивает сверху одной рукой. Дичайший постер через Андрея Десятникова. На этом все. Следи за ФОМБЭ чемпионатом России Суперлигой на RussianBasket.ru и люби эту игру.